Ну, опять на завтрак у меня геркулес с маслом и немножко сахара. Все те же цветочки я вам сейчас показываю. Вот, видите, 4 ноября. Они еще все цветут. Всем привет! К вечеру вышла в магазин. Как всегда, хлеб надо покупать. И прохожу через парк. Видите, как у нас сегодня? Дорожки мокрые после дождя. Погодка хорошая, не жарко. Фонтан уже отключили. В магазин зашла, думала, куплю хлеб только и все. Нет, не получается. Всегда покупаешь то, что не обязательно. Купила, увидела дешевые. Кухонные полотенечко. Понравились. Они никогда не бывают лишними, да?
Их много не бывает. Так что купила. И как всегда, у меня прогулка вечерняя. Стараюсь, конечно, побольше походить, но как получается. Не всегда получается. Иногда лень, неохота идти, а иногда не хватает времени. Вот так. С сегодняшнего дня у нас уже все должны ходить в масках. На улице тоже, так что если вдруг поймают, будет штраф. Очень трудно в ней ходить, жарко. Невыносимо, ну что поделаешь. То хоть можно было как-то приспустить, а сейчас не получается. Людей мало сегодня. Как жарко, в этой маске не могу идти. Не знаешь, как одеваться. Тоненькую курточку одела, и все равно жарко в ней. Когда хожу, тогда надо не слишком много кутаться. Видите, у нас еще листья зеленые. Не скажешь, осень. Кто в чем, кто в сапогах, кто в ботинках, кто в туфлях. Все, закончили. Мне сказали, что это мальчик с рогаткой, побеждающий дракона. Подсказали название. Мальчик с хвостиком, да? Ты мальчик с хвостиком. О, спасибо. Здесь вот такую церковь построили. Бывало, я еще в аптеке купила маски. Хотела еще купить антисептик, но не было. Прохаживаю через такой дворик, который я вам уже показывала. Летом здесь, конечно, хорошо, прохладненько. Видите, как все красиво. Уже и к вечеру, друзья, время. Скоро будет темнеть. Да, здесь, конечно, грязь после дождя. Вот так красиво здесь. На ужин у нас сегодня, друзья, вот такие блины внизу без начинки, а сверху с творогом. Приятного нам аппетита, мой дорогой.